И в завершении выпуска прогноз погоды на завтра. С ним вас познакомит Алина Мозгова. Если в этот день порывистый ветер затихает лишь к вечеру, ждите потепления. Легкий мороз предвещает крупные хлопья снега. Ну а яркие мерцающие звезды говорят о том, что будет ветреная, снежная и морозная погода. Так гласят народные приметы, а я вам расскажу о погоде на завтра. 26 ноября в Кирове ожидается пасмурная погода без осадков. Температура воздуха днем минус 10 градусов, ночью минус 7. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба. Хороших вам выходных!